Увага! Почалі! Я працягваю здымаць стрым аб жыцці нашай сям'і. Сям'і Тутайшонка. Зараз я вазьму інтэрв'ю у чальцоў маёй сям'і. Як вы лічыце, навошта ўвогуле мы святкуем стары Новы год? Чтоб был повод доесть остатки оливье и допить оставшуюся водку. Ага, а тебе для этого нужен повод? Конечно, без повода это алкоголизм. А с поводом это уже государствообразующая традиция. Так что сегодня еще немного отпразднуем, а завтра выбросим елку. А у меня для вас, для всех подарок. Вот, еще один телевизор. Теперь и в кухне мы сможем слушать про то, как товарищ Перетрахченко будет выводить на чистую воду всех, кто виновен в росте цен. А теперь главная новость нашей экономической жизни. Для борьбы с дефицитом бюджета правительство приняло решение об увеличении в 2 раза налогов на Дедов Морозов и Снегурочек. Нам бы налоги заплатить. Это правильно. Заплатил налоги и спи спокойно, дорогой товарищ. Твой светлый облик навсегда сохранится в наших сердцах. Вот расчет, оплата на месте. Слушай, дед, а ты не в курсе? Адам и Ева на утренниках требуются? Безголовченко, какие прогнозы на наступивший год? Отличные! Везде намечается рост. А подробней? Рост падения экономики, рост эмиграции, рост расходов. На что? На все. И что тут отличного? Отлично то, что вопреки предыдущему прогнозу, пока что осталось чему падать и кому уезжать. Я вижу, Безголовченко, ты не сдержанный человек. Нам же так скоро даже на красавцу не хватит. А отменить прогноз никак? Скажу по секрету, реальный прогноз мы уже отменили. Там все еще хуже. А этот прогноз самый оптимистичный. И что будем делать? Если нельзя отменить прогноз на год, может, надо отменить сам год? Это как? А вот так. Попили массандры, повеселились недельку и хорош. Пожалуйте назад в 2023. Да, и не нужны никакие клеветнические прогнозы. А что? Это идея! Пишем указ! Вместо старого Нового года 14 января объявляем новым старым годом! Есть трудности. Половина колхоза смотрит российские каналы, а там же празднуют 2024. Значит, надо договариваться с союзником. Правильно! Наташа, звони Вовану! Вот! Архитектор светлого будущего на проводе. Я вас внимательно слушаю. Вован, дело есть! И у меня Шура тоже. Как раз вас набирал. Мы тут подумали, цифры поковырали и решили, что не нужен нам 2024. Ничего хорошего там нам с тобой не светит. Это точно. Какое совпадение. Мы тут на заседании совбеза тоже пришли к таким же выводам. Так шо, отменяем? Да, только надо объяснить народу, ради чего мы все это делаем. Ха, объяснить это я могу. Это я всегда пожалуйста. Но почему часы вперед идут? Нам нужно, чтоб часы отныне не ходили. Ведь впереди, Вован, все очень нестабильно. Пускай часы немедленно замрут. Если подмотать 10 лет, тогда ведь нам с тобой жилось гораздо слаще. Вернуться я туда желаю жесточайше. И выхода, Вован, другого нет. Жизнь надо срочно повернуть назад. Мы время сейчас указом остановим. Ведь вдруг нас завтра нет. Ведь вдруг для нас там ад. Вдруг завтра нас с тобой не пощадят. По многочисленным просьбам трудящихся и ветеранских организаций председатель Перетрахченко подписал указ об отмене 2024 года. Все новогодние мероприятия теперь проводятся как старогодние и знаменуют собой поддержку несменяемости руководства нашего колхоза.
Ку-ку. Накануне судьбоносных выборов во всеколхозное народное собрание приходится констатировать, что определенная группа жителей колхоза забилась под плинтус и живет мечтами о смене нашей прогрессивной модели руководства колхозом на новую. Именно поэтому категорию «новые» решено запретить во всех ее проявлениях. Теперь мы будем встречать исключительно новый, старый 2023 год. Одним словом, никаких новых поворотов в истории колхоза больше не будет. Ку-ку! Вы просили праздник? Я дал вам праздник. Так что зарубите себе на носу. Теперь каждое следующее 14 января объявляется праздником возвращения старого года. Ничего себе! Старый Новый год тоже запретили! Так хватит уже отдыхать! Надо работать! Работать, как наш председатель и члены правления! Они же за всех работают! Не сомневаюсь, мама. Судя по тому, что у людей нет денег, они и зарплату за всех получают. А же экстремист! А еще нам у школе сказали, что усих снова переводят у попередний класс, и учиться у новым 2024 годе мы будем по программе старого 2023 года. Вот и хорошо, дети. Повторение – мать учения. А то, что все повторяется снова и снова, как раз и называется стабильность. И главное, в этой стабильности найти стабильное место для самого себя. А я уже нашел. В этой стабильности я буду заниматься патриотизмом. Васечка, а что значит «займаться патриотизмом»? А это значит, что можно ничего не делать, а только гордиться успехами нашего колхоза. Боюсь, Василий, ничего у тебя не получится. Почему? Потому что все вакансии патриота в нашем колхозе уже заняты членами правления. Старый год шагает по стране. В рамках старогодних мероприятий принято решение о судьбоносных изменениях в системе народного образования. Теперь во всех школах колхоза будет проводиться не конкурс снеговика, а конкурс военрука. Следующий. А это что за новости? Вы что, не знаете? Здесь вам не там. У нас голые вечеринки запрещены. Мы работу ищем. Может, вам нужны Адам и Ева? Для начала нужно ответить на парочку главных вопросов. Вот, находились ли вы под судом или следствием за участие в беспорядках 2020 года? Нет, мы с дедом не находились и не участвовали. Тогда следующий вопрос. Если не находились, то по какой причине? Это же было в августе. Нас тогда здесь не было. Очень интересно. И где же тогда вы были? Мы приходим только в Новый год. Подарки разносим. Отлично! Вот вам направление на трудоустройство в военкомат. Теперь будете разносить не подарки, а повестки. Как идет специальная операция по отмене Нового года? С этим все в порядке. Народ, как обычно, на все согласен. Но меня, Владимир Владимирович, беспокоят эльфы. Какие еще эльфы? Ты что, Лавр, новый кокаин из Колумбии подвез? Нет, все куда серьезней. По результатам последней переписи населения, у нас в России 12 тысяч эльфов. Длинные уши, ходят во всем зеленом, говорят не по-нашему. А это самая настоящая угроза нашему менталитету. Что за менталитет, Витек? Хватит западными словами засорять наш великий русский язык. Так менталитет – это же исконно русское слово. Оно же образовано от слова «мент». Длинные уши – это явно разработка натовских биолабораторий. А зеленый цвет – это фанаты Зеленского. А вы выяснили, кто за ними стоит? Навальный или Ходорковский? Все значительно хуже. Вот материалы разведки. Древнее зло проснулось. Орки лезут отовсюду. Минас терит в осаде. А Саурон собирается на пятый срок. Не переживайте, Владимир. Мы дадим вам волшебные заклинания. А эти заклинания сработают? А чтобы они точно сработали, их привезут наши волшебные F-16. Ну вот, прервалось на самом интересном месте. Это просто у наших агентов, Баширова и Петрова, кончилась пленка.
Но и так понятно, что наши закадычные партнеры с помощью 12 тысяч эльфов рассчитывают сорвать нам ваше триумфальное переизбрание. Зря надеются. Не с тем связались. Я ведь еще даже не начинал. Я ботокс вкачаю в обвислый свой зад, и эльфы со мною дружить захотят. Пора этих эльфов себе подчинить. А если не выйдет? Агентами НАТО их всех объявить. Всех этих шпионов и иноагентов должны изловить. А почему же они до сих пор не сидят? Из-за недостаточного финансирования. Вдруг общество эльфы заставят вскипеть, ведь переизбраться мне надо успеть. А тех, кто не с вами, пора раздавить. Движение эльфов и прочую сволочь утопим в крови. Всех иноагентов, коварных шпионов утопим в крови. Всех на передовую, в СВО. Нет Путина, нет России. Так тебя, дед, прислали на раздачу повесток? Ну, я тебе не завидую. А что, с этим проблемы? Не то слово. Приходится буквально бегать за каждым призывником. Хорошо хоть, что мы не в России. Там ситуация еще хреновей. А что в России? Уровень новобранцев очень низкий. Там вообще один призывник 3 года скрывался от армии, служа во флоте. Представляешь? Одна надежда на новый закон о том, что все мы будем жить в прошлом, где все будет снова и снова повторяться. А это поможет? Надеюсь, да. Ведь тем, кто уже отслужил, можно будет вместо «с Новым годом» говорить «снова годен». И криминальные хроники. В нашем колхозе снова пытаются поднять голову разнообразные экстремисты. До сих пор в колхозе есть такие, кто любит после выборов напоминать председателю о его предвыборных обещаниях. Запомните и зарубите себе на носу. Подобные напоминания являются бесстыжей провокацией и махровым экстремизмом. А 2024 год — это не что иное, как фальшивка, сделанная в Польше по заказу вашингтонских кукловодов. Хо-хо-хо! Здорово, коллеги! Hello, Санта! Привет, Клаус. Что-то я не вижу радости на ваших лицах. У вас же там вроде как праздник. Старый Новый год. В этом-то и проблема, Санта. Работы нет, ничего нет. Так что пришли-ка ты нам приглашение для визы. Хотим на ВНЖ в Лапландию податься. А кто же тогда будет у вас людей с Новым годом поздравлять? Наши чиновники отменили Новый год, и теперь у нас только старый. О-хо-хо-хо! А зачем им это? Так ясно зачем. Наши власти столько наворовали в прошлом, что теперь только этим прошлым и живут. Вован! Я здесь. Как у тебя дела? Все идет по плану. Катастрофа! Не то слово. Нету плана ходового. Все, все обречено. Ой-ой-ой. Все должно быть неизменно. И ни к чему нам перемены. Там впереди темно. Ай-яй-яй. Слышь, вдруг переворот, если весь народ против нас пойдет. Вдруг он нас снесет. Кто же нас спасет? Хрен тогда поймешь. Назад не повернешь. Ой-ой-ой. Нет, к черту Новый год! Ужас он несет! Я ж не идиот!
Пусть уж лучше год старый настает, а то ведь хрен поймешь и назад не повернешь. Но все идет по плану. Опасаться есть причины на победы Украины. Нет, мы еще сильны. Да-да-да. Беспокойно очень что-то. Спать отправлюсь с пулеметом. Мы вооружены. Ха-ха-ха. Слышь, вдруг переворот. Если весь народ против нас пойдет, вдруг он нас несет. Кто же нас спасет? Хрен тогда поймешь и назад не повернешь. И поэтому я предлагаю праздновать новый 2023 год до нашей эры. А наприкінці своего сьогоднішнього стрима я взяла интервью у представника колгасной улады. Вот что он мне сказал. Я не понимаю, за что это нас, чиновников, люди так ненавидят? Мы же в сущности ничего не делаем.